Работаем. Да, делайте, и я еще раз напомню, обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, скажут, пожалуйста, ваше упражнение, мы сразу скажете. Разминаем кисти, разминаем локти. Разминаем плечи, вращение. Смотрите еще раз. Раз, два, три, четыре. И на пой. Уну, дой, три, пад. Вперед. Уну, дой, три, пад. Четыре вперед. Четыре назад. То есть по четыре сюда. Повороты. Раз. Наклоны. Вращение туловища. Наклоны. Вперед. Мельница. Разминаем колени. Это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда подвиньтесь, пожалуйста. Вот так и вот. И делать красиво, особенно девочки. Нет, стоечки, пока стоечки, пока стоечки. Еще 2 минуты стоечки. Так, сегодня не купил. Надо будет попробовать. Вот сюда, да? Попробовать. Вот туда. Нет, если она большая, накручивает. Если нет, то и здесь, наверное, тогда еще это, скотч и внизу сделать чуть-чуть, тогда он тяжелее будет. Хорошо. Так, а теперь у меня такой вопрос. Страховку помните вчера? Да, все. Делайте шаг вперед. Шаг вперед. И на инке. Пасы на инке. Итак, делаем вечевой. Страховку назад. Пожалуйста, ребят. Пошли. Уно. Дой. Время. А теперь разогреваемся внизу. У тебя есть тренер. Да, тренер есть. Пошли в партере. В партере, пожалуйста, да, в партере. Если вдруг вы знаете это упражнение, подсказывайте друг другу. Вот так. О, стоп, смотри, посмотрите. Как у нас страховка? Либо румына. И мобилизария это выше. Асигурая, правильно. Асигурая и наинки. Еще раз падаем вперед. У меня прямые ручки обязательно положиться на живот. Пошли. Здесь чего? Уно. Вот они делают. Трое. Пошли, пошли. Девять. Патру. Чич. Шоссе. Стоп, сейчас самая тяжелая страховка. Вика, высокий паркер, перекат вправо-влево. Смотрим. Оп, пошли, здесь четыре, здесь четыре. Oh,
особенно перейти. Так. Хорошо. Кто? Матвей? Матвей, мальчик, поехали. Ожидаться, да? Девочки, кто выйдет, кто побежит, будет 30 раз приседать. Берем скакалки. И вот смотрите, здесь и здесь. Здесь и здесь. Здесь и там. Приготовили. Здесь и здесь. Давай так, я вам скажу. Жасмина, посмотри, будет скакалочку туда. Кто здесь был? Фигуля сюда, пожалуйста. Кто здесь еще? Итак, да, 30 раз. 30 раз. Стоп. Вот смотрите, я сегодня... Стоп. Я был на базаре, купил вот такой вот. Купил 22 лет. Вот посмотришь, хорошая, бальдинная или короткая. Вот там можно. Так, если там снимает, поэтому если можно, туда-туда. Или вот тут вот. Так, вообще 30 раз. Вообще. Мальчики, готовы? Кто же это сделал так хорошо? Кто же это сделал?
Так же, честь везде чувак. Так же, каталку оставляем, каталку оставляем. Хорошо. Боец. Прошу. Боец. До узечивай. Боец. Сюда. Готовы? Отжимай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. 9, 6, 7, 9, 10. Так, пацаны, сейчас нет, вы мне даете скакалку. Все скакалки мне, нет, не так. Вот смотрите, чтобы середина была, середина. Чтобы я все скакалки показывал, смотрите. И садитесь туда. Смотрите, там еще скакалки есть. Все, я вот такую. Я другу. Значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. Вика, Вика, еще раз, дай боец, то же самое, самое главное, это кувырок, быть, это страховка. Значит, стоите, делайте шаг. Да. Делайте шаг. Руки ставите. Такое же расстояние. Голову убираете. Кувырок и страховка. И страховка, группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед. Обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще. Посмотрите. Шаг. Оп. Два шага. Раз, два. И уходишь туда. Понятно. Да? Да. Так, вот тут. Сейчас я. Да. Да, я думаю, два мы поставим. Знаешь, что? Нет, вот эти две зубы. И вот сюда я еще. Вот эти, нет, эти не надо, вот эти. Вот эти, вот эти просто переставить. Сейчас я вот так уберу. Так, значит, еще раз, становимся здесь, делаем, я стоит, я говорю, первый номер, не разбегается, подошел, делает раз, два, кувырок и заходит. Нет, все делает в кимоно, а я в кимоно, мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Дам туда. К ним Артем. И вас как зовут? Григорий, туда, пожалуйста. Винукаш. Мы вдвоем здесь. Все. Гриша, Григорий. Так, здесь. Андрей сюда. Мы вдвоем сюда. За нее. Так, дальше. Руслан. Два шага. Три шага и на мой. Девочки, Руслан сюда. Вика сюда первая.
Раз, два, три, сюда. Так, сколько здесь человек? Три. Четыре. Я сказал, ты впереди, Руслан. Назад. Все ушли назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда зеваем, закрываем рот. Каждый, закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда? Или кто-то останется? Что нет, как я спрашиваю? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз, два, первый номер. Первый номер. Первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Маня. Оп! Кувырок. Ушли и встали назад. То, вторые номера. Готовы? Аджины. То. Ушли. Третьи номера. Аджины. Группировочка. Группировочка. Колени. Следующее. Стоп. Одну секундочку. Ставь сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно. Как сейчас работает? Артем делает кувырок. Да. А Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Аджины. Спина. Нет все может быть. Раз в году стреляет ружье, которое висит на стене.
Значит, еще раз. Обязательно горячее должно быть. Обязательно. Здесь, если вы горячее, если вы будете кушать, пить кока-колу, там, пирожки жрать, вы испортите желудок. Вы не сможете тренироваться. У спортсмена должно быть здоровые зубы, не должны болеть. Больные зубы, плохо кушаете. Плохо кушаете, нет сил тренироваться. Я когда в армии был, я кушал все, что можно. Черняк, хлеб, все для того, чтобы силы были бегать кровь, чтобы что-то делать. Пусть она снимет кимоно, посидит пару минут. Еще раз, я вот, обязательно надо будет кушать. Нельзя кушать жирное. Видишь, да? А нет, Руслан, так, ты не ведешь. Эй, жирное нельзя кушать. Масло, сметану, перед тренировкой. Да, мясо нельзя кушать на шар. Первое. Супчик. Хлебушек. Да. Но нельзя много жидкости. Нельзя много воды. Да, буду спать много. Все будет руки опекать. Весь день. Да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Посмотрите. Вот на него, Артем. Посмотрите, у него какие щечки, да? Вода выходит. Воду туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Хорошо. А где твой этот холодильничек? Я уже с этим. Тоже хотим. Не поднимай, пожалуйста. Да вот здесь руку. Еще раз. Нельзя кушать перед тренировкой. Но перекусить надо. За час можно сделать обед. А да. Бутербродом можно? Можно. Вот очень хорошо чужие проходят. Вот, например, Мика принесла бутерброд, а ты съел. Классно. Это прекрасно. То, вы поняли, да? Будьте внимательны, а то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам уже сметана. Нет. Сметана, выходите, это, конечно, плохо. Воды напился, желудок, все, руки отекают, пот течет. Все, приготовили, сковород делаем. Приготовили. Сейчас оценку будем делать. Ставим. Девочки, Двое пас, девочки, и на поле. Понятно? Приготовились. Первый раз, да, руку подняли. Отжимаем. Посыпку ворот. И ушли. Вторые номера руку подняли. Отжимаем. Вот. Видите? Сделали кувырок. Нужно что сделать отсюда? Оп. И встать, когда оценка выше. Третий. Отжимаем. Умница. Ты падал, но ты представь, что ты на асфальте. У тебя нога здесь. Ножки вот так. Ушел. Приготовились. Отсюда! Умница, но колени должны быть вот... Голова должна проходить между коленей. Если колени здесь, ты с лбом ударяешься в колено. Молодец! Готовы? Отсюда! Следующее! Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута. Не очень хорошо. Нет, это для страховки ты хорошо сделала. Умница. Умница. Так, стоп, Матея, встали на свои места. Боец, куда? Вы остаетесь, вы, Николай, перейдите сюда, пожалуйста.
Да? Где это? Кстати, вот. Немножко жарко, Идите потихонечку, чуть-чуть, не закрывайте руки. Хорошо, что вот, а мы подойдем, посмотрим. Прошу вас, присядьте сюда. Вы остаетесь на центре левой фигуры. На центру. Так. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу. Итак, на оценку сто. Как фамилия, да? Номер, Еще раз. Сверху Беатриче. Или Беатрис. Беатрис, прошу вас. 9. Умница. Сюда, сюда. Фамилия, имя. Прошу. Пешка Делина. Так, оценка 6. Головой коснулась. Ноги вместе. И немножечко ушло. Все получится, ты же хорошо делал. Тут рядом ты садись туда в крышку. Пожалуйста. Так, стоп. Фамилия, имя. Цуголя Андреев. Садись, 8. А. Так, оценка 9. Руслана. Следующие девочки, кто не был, прошу вас. Кто не был? На тот, там где тот мат. Девочки, назад, назад, все на пой. Так, Виктория. Виктория, ты всегда впереди нужна. Итак, Виктория Кабус, пожалуйста. 9. Кто? Фамилия. Еще раз. Не слышу. А как зовут? Павловская Николета. Прошу вас. Так, семерка. А вот посмотри меня. Ты встала, чувствуешь, что... А наоборот встал. Раз, я бы уже на бал выше поставил. Кто? Не слышу. Олеся Кобедова? Нет, чувствуется, не слышу. Еще раз, Суручану Олеся. Видишь, я обедал. Кофе пил. Прошу. Послушай меня, ты пришла для того, чтобы я тебя научился. И ты через месяц будешь делать, может, лучше, чем они. Встань, пожалуйста. Еще раз, не получается, моя задача нас научить. Поэтому не надо стесняться. Оценка пару. Ничего страшного, что ты думаешь? Пожалуйста, Жасмин. И Сахаренки встала. Вот так, молодец. Оценка чинч. Только что у кого были? У кого голова? У кого? Андрея? Не разговаривай много, не будет болеть. Мальчики, прошу вас! Эй, боец, а? Боец! Так, Боря Данилов, приготовился. Там. Эти мальчики совсем жаркие. Пожалуйста, Боря Данилов. Стоп! Вот ты сколько занимался? Я? Год. Так я попросил мне страховку, кувырок. Вперед. Ладно, ладно. Вон туда. Не надо прощать. А, прости, иди сюда, я тебя прощу сейчас. Поворачивайся. Жалко, что палка далеко. Прощай. Год. Да он делает хуже, чем мы. Поворачивайся. Ты должен сделать кувырок. Толкнуться двумя ногами, поставить две ручки, потом страховочку. Попробуй еще раз. Еще раз. Мне стыдно. Тренер твой пешок. Да. Ну, и где вот движение? Вот четко должно быть приземление. Да. Оценка чинч. Ушел.